жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Здравствуйте, дорогие педагоги! Я Фея Азбука. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы торжественно принять нашу дружную семью лицеистов, самых юных наших учеников первоклассников. Теперь заглянем в недавнее прошлое, а именно в 1991 год, в котором школа номер 5 стала лицеем, а ученики лицеистами. Высокий статус лицеиста заслужен долгим и кропотливым трудом наших любимых учителей и прилежностью учеников. На сцену приглашаются первоклашки. Мы сегодня очень рады всем друзьям своим ребятам. Мы приветствуем гостей, дорогих учителей, всех знакомых, незнакомых, и серьезных, и веселых. Прозвенит звонок веселый, и откроется тетрадь. Вот и школа нас зовет к себе опять. Где-то спит любимый мячик, каждый снова ученик. Улыбается задачник, и пятерок ждет дневник. Первоклассник, педагог, с первоклассниками строг. Отложите-ка игрушки, начинается урок. Купили ранец книжки, тетради и дневник. Был просто я мальчишка, теперь же ученик. Учиться интересно, все хочется узнать. В галактиках небесных все звезды сосчитать. Я не хочу.
и вам никогда не догадаться, какие это слова. Ребят, я думаю, вместе мы обязательно справимся. Портфель у меня не велик, не мал. Лежать в нем задашник, тетрадь и... кирпич! Нет, неправда, ребята, вы догадались? Молодцы! Если все ты будешь знать, то получишь в школе... 6! Нет, неправильно! Ребятки, помогите! Молодцы! Путаете или рачухой, не мешайте! На уроке будь старательным, будь спокоен и... Молодцы! Все пиши, не отставай, слушай! Нет? Молодцы! Говорите четко, внятно, чтобы было все. Молодцы, умнички просто. Если хочешь отвечать, надо руку. Умнички. На математике считают на переменке. Молодцы. Если тут вдруг стал отвечать, не спеши. Молодцы. А помочь захочешь другу, подними спокойно. Молодцы. Знай, закончишь свой урок, коль услышал ты. Звонок. Умнички. Когда звонок раздался, снова к уроку будь всегда. Звонок. Молодцы. А теперь переменка, все стали, начинай. Oh,
почетных свидетель. На сцену приглашаются учащиеся 1-го Д-класса. Настоящее свидетельство о присвоении почетного звания лицеиста. А сейчас давайте посмотрим чудесный фотоколлаж. Thank you.
Когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Поздравляем! Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.